Воркшоп — это такой интенсив двухдневный, даже у нас почти трехдневный, где жители города Новосибирска вместе с экспертами, с журналистами, с общественниками думают, обсуждают, как изменить улицу Ленина, как сделать ее удобнее для, собственно, для горожан. Я свою роль вижу в этом процессе как попытка спровоцировать людей на какие-то более смелые решения, чем они могут себе представить, исходя из своего понимания этой улицы. И мне очень приятно поучаствовать как горожанин просто, получить новые впечатления и новые навыки, исследовательские навыки анализа градостроительной ситуации. Мне будет приятно в будущем, когда она изменится, там, в лучшую сторону изменится, мне будет приятно сказать своим внукам, что я в 2017 году был на воркшопе. Когда проекты делает весь город. Вот наша задача в мэрии, чтобы все проекты, которые затрагивают интересы горожан, делались всеми горожанами. Очень хотим, чтобы это стал такой, знаете, народный проект, потому что улица Ленина для нас очень важна. Это наше сердце, центр города.